Приветствую на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. Ну давай продолжить. Что, кот? Ты очаровашка моя. Так, не забывайте, что прицелы, снайперские винтовки и пулеметы помогут. Помогут. Хорошо, будем не забывать. Вот сейчас отбиваться надо будет. Так сойдет. Опа. Ну ладно, хоть там поди взрывом-то задело. Патронов нет. Тут надо якобы было шустрее, наверное. Ладно. С пистолетом понятно у нас все. О, куда? Чего-то тут не хватает. Ищи управление лифтом. Допуск у меня нулевой, придется идти обходным путем. Опа. Какая прелесть. Прекрасно. Вы так все магазины, блин, порастеряли тут. Лошарики. Ну ничего доверить нельзя. Могли бы побольше оставить тогда уж. Все равно никого не убили. Вот так, охренеть. Блин, еще и не видно же эту заразу. Так, Куста, считай, ты проходишь курс взлома, прямо на ходу. Запускай программу взлома, дождись ее завершения. Потом отключай электронную отмычку. Подожди, не спеши. К концу следующего месяца буду дома. Я ошибался, милая, а ты была права. Есть наниматели получше, чем Вейланд Ютани. Да. Куда уж лучше-то нахрен. Ну давай. Ни хрена себе отмычка. Thank you.
Да тихо, тихо. Обход системы защиты завершен. Бери отмычку и в лифт. Бери отмычку и в лифт. А, у меня патроны, что ли, добавились? С чего бы? Отчет времени. А зачем мне отчет времени? Взорвется, что ли, что-то? Диспетчерская завода. Диспетчерская завода находится наверху, у шахты лифта. Разведай обстановку и выходи на связь. В диспетчерской должен быть распределитель энергии. Вот одно я хорошо помню было. Вебстер не вышел сегодня на дежурство. Говорят, его перевели на завод, но я не верю. Особенно если вспомнить о других исчезновениях. От нас что-то скрывают. Я хорошо помню, когда играешь за человека, там есть, когда улетаешь с шаттла. И когда за чужого или хищника играешь, ты тоже этот эпизод проходишь, только другим уже существом, конечно же. Но здесь, да. Было такое. Давай, курсант, найди распределитель и подключи меня к заводу. Так, минут. Здесь осматриваться, да, должен буду? Предположим. Так, 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 так. Все такое убитое, ржавое, как помещение то что-то допустили то пингую сеть, пакеты проходят хорошо, начинаем. Эй, курсант, вижу тебя, ты подключился и в полном порядке. Я нашла в здешней сети любопытный файл, похоже, андроиду удалось найти кое-что интересное. Давай. Карл Бишоп Вейланд? Должно быть там что-то особенное, раз он лично этим делом занимался. Порядок. Есть контроль безопасности. Готово дело. Продолжай движение. Я проведу сканирование, найду Ван Санта. Двигай в ближайшую точку эвакуации. Вытащим вас разом. Твою мать, ты меня куда опять тянешь-то? Прекрасно. Уф. Полный боекомплект. Да тихо ты! Вот так вот. А я не помню, что аптечка сама использовалась или что? Так, ну патронов там нет все равно. Так, берем.
черт, детка, ты просто не поверишь, что мы нашли. Подробно рассказать не могу, у нас цензура. Но можешь мне поверить, мы отхватим такую премию, какая тебе и не снилась. Как только вернусь, купим дом побольше. Мечтайте. Дом побольше, если ты приедешь еще. А приеду я, и мы с ней будем жить долго и счастливо. Аптечку взял, ладно. Так, какие-то бочки стоят. Что вы тут делаете? Ума не приложу. Что такое было? Я нашла майора. Уточняю схемы здания. Так, хорошо. Теперь вперед по главному коридору, потом направо и вниз по лестнице. Следуй за указателем цели. Подожди, перед тем, как направо, вниз по лестнице, да, надо же здесь посмотреть. Ничего ли нету, патронов ли для меня, не знаю, плюшек, аптечек. Вообще какая-то битва была. Кто с кем, с чем, непонятно. Заменить на огнемет. О, пока нет. Надо полный боекомплект, чего я буду менять-то. На обратном пути, может быть. О, господи! Похоже, ты отыскал. Ван Зант внутри. Вот так. Так вот. Пока время есть, пока издалека их можно расстреливать. Это Ван Зант. Он в улье. Кто здесь? Подожди. Похоже, все наши теории подтверждаются. Архитектура охотников явно указывает на то, что ксеноморфы играли в их культуре важную ритуальную роль.
Это огнемет, это уже было. Кто тут еще? Все, вроде бы. Можно этого козлину теперь смотреть. Где остальные? Ты один? А, черт! Эта тварь во мне. Убей меня! Подожди, чё? Не выполнено. Найти Ван Зана. Выполнено. О, курсант, лифт уже движется вниз. Обрати внимание на указатель цели. Мы вытащим тебя оттуда, но самый быстрый путь лежит через улей. Ничего страшного. Ну не, пока все, можно идти туда. Думали, с огнеметом что ли будут стоять. Он не очень надежный. Охренеть, напугал ты меня все-таки. Хрен пойми как. Оказавшись вон там. Да, вот здесь, смотрите, расположился среди вот таких вот хреновин. На, тварь такая, хрен тебе. Я знаю, что это ты, падла, ползаешь там. Вот так. Блин, близко.
Так. Аптечки взял. Так. А почему датчик-то не обнаружил тех, кто на стене прикреплен? Вот таких вот. Не знаю и половины парней, с которыми высадился, но это и не важно. Все равно их всех сожрали эти твари. Если ты нашел это, брат-десантник, передай весточку моей девчонке. Скажи, я очень старался вернуться к ней домой. Так. Патронов-то пока хватает. Пойдем, пойдем. Еще? Да. Понятненько. На. Подбил. Как же ты нахрен? Это вообще чего? Как смотрится? Ой. Мало ли. Я чувствую, как движется эта тварь. Говорят, еще можно спастись, даже если одна из них у тебя в кишках. Нельзя уже. Можно спастись. Нам так на занятиях говорили. Главное, продержаться живым достаточно долго, чтобы тебя нашли. Для того и держитесь нахрен, чтобы вас забрали. Зона загрузки прямо перед тобой. Ты уже должен ее видеть. Ну надо же, кто бы мог подумать. Бежать некуда, курсант.
Похоже, ей нравится тепло. Займись яйцами, а я попытаюсь включить систему управления. Я включила питание перед пульт управления перед королевой. Потяни за рычаг и сожги эту штуку. Да подожди ты. Да, тихо ты. Так, где ты? Твою мать. Так, ладно. Подожди, ну-ка, еще разок. Черт, не сработало. Ой, крепкая же эта дрянь. Держи, попробую шарахнуть еще разок. Баги раскалились. Стреляйте, сорви ее к чертям. Давай, я держусь. Готово. Синий рычаг. Сожмись к чертям. Давай. Да. Подожди, так я же тоже помру, нет? Я выжил. Пойдем, пойдем. Продолжить за десантника. Мне же еще сбегать оттуда надо будет. Новый мир мы построим. Так, Фрея, соберите все аудиовники. Бывает так, что лучшая стратегия уносить ноги. Бывает. Западный выход закрыт. Блокировка завершена. Так. Неплохо. Я ненавидел это место, когда все было нормально. А теперь ненавижу еще сильнее. Кому пришло в голову строить колонию в сейсмически неустойчивом районе? Здания рушатся. На нас наступают джунгли.
Если планете так необходимо это чертово местечко, пусть забирает. Да, тебя можно понять. Вот, подожди-ка. У меня огнемет стал, да? Хотя я его не брал. Господи, теперь с хищником надо еще. А он у меня на радарах, его нету, да? Как слышно, курсант? Я уж думала, ты погиб. Я в кабине тайфуна. Не могу засечь твое местоположение. Заросли густые, но мы тебя отыщем. Найди радиовышку и включи ее. Оставайся рядом с ней, и мы найдем тебя. Подожди. Радиовышка. Еще кислотой плюются. Полный боекомплект. Полный боекомплект от чего? От всего? Так, мне получается туда надо. Я сначала схожу сюда. Ага, вот так это все выглядит. Аптечек тоже полно. Кто где буянит? Спокойно, малыши. Блин, блин, скей. Так. А вот как мне туда попасть? Сейчас сходим, посмотрим. Никто не знает, что происходит. Не знает, откуда взялись эти твари. Пытаюсь восстановить систему питания. Она поможет нам выжить. Готов поспорить, эти кретины полезли куда не следовало. Так. О. Это заряд как это, как огнемет, наверное. Твою мать-то. Да добейте его уже. Полный боекомплект. Тут у нас полные аптечки. Плохо разорвало то его. Правда, 140 осталось от 250. Выход открыт. Поменять? Поменяем, потому что мне... Ой, как это пригодится. Подожди, я сейчас ему устрою. Thank you.
где это? Подорвался. Но я вас видеть не могу. Вон ты. Иди сюда. Съел. Вот и все. На этом мы договорились. Так. Мне сейчас высматривать только вас надо будет. В джунглях ксеноморфы кишмя кишат, а гнезда их мы так и не нашли. Появились сообщения о новой форме ксеноморфа. Мы такой еще не видели. Говорят, она быстрее, сильнее и опаснее. Плохо наше дело. И где там Ван Зан с его парнями? Я где? В рифму тебе ответить. Будем по порядочку. Правда, я не знаю, как против хищника нахрен вы тут хреначитесь. По идее, вас всех здесь забить должен. Ладно. Так, что у меня задача найти передатчик и выйти в эфир? Мистер Вейланд убежден, что где-то в сердце пирамиды мы обнаружим останки ксеноморфов. Не понимаю, откуда у него такая уверенность? Однако у меня создается ощущение, что Карл знает больше, чем говорит. Да. Может, он уже изучал это. Сила прогресса. И Вейланд в очередной раз доказал это. Если бы руководство колонии добралось сюда раньше, нам бы ничего не удалось сделать. Он великий человек, а великим людям мы прощаем все, пока они добиваются своего. Они добиваются своего. Как я тебя? Ты потом что, взрываешься, что ли? Так.
грибы какие-то. Так, ладно, пойдем наверх, я знаю, куда мы пойдем. Блин, так немного похоже, выглядит на это, блин. Забыл даже, как называется, чел с топором-то, нах. Так вот. Только как сюда яйца вот отложили, мне интересно знать. Яйца у них откладывают только одна мадам. Как они в таких местах вот появляются? Меня в заблуждение потом не водили. Вот это точно ты. Так. Что мы видим? Ладно, посмотрим. На охране оставили тебя, что ли, там? Чего тут еще есть? Эврика! Охотники не обожествляли ксеноморфов. Они их разводили. Для охотника схватка с ксеноморфом являлась, должно быть, своего рода посвящением. Остается лишь понять, были ксеноморфы созданы охотниками или всего лишь открыты ими? Нет, они были открыты ими. Я фильм смотрел. Кто их создал-то там? Другой. Хотя, блин, у них как-то разделяется. И тот, кто создал, и тот, кто открыл, нахрен. Как-то у них не состыковка. Есть сигнал. Вычисляем твое местонахождение. Говорит Тайфун. Сигнал получен. Мы уже идем к тебе. Будем пролетать над тобой через 5, 4, 3, 2... Эй, курсант! Ну вот он я. Пора возвращаться домой! Черт! Мы под обстрелом! Мы под обстрелом! Я спит! Мэй-мэй! Не вижу стрелка. Кто может по нам стрелять?
тихо, вы. Это он так. Он там. Понятно. Говножуй, короче, вот он кто. Где? Блин, меня так проверять, что ли, вас? Вашу ж мать. Подожди минут. Где вы, падлы, еще есть? Ну, снайперка это хорошая вещь, бьет тут. Блин, правда, если целится. Нет, блин, не от вас, и от этих надо отбиваться, что ли, сейчас.
Все? Или еще остались? Я добрался до сюда. Рядовой. Рядовой, вы не знаете меня, но у меня есть предложение. Помогите мне, и я приведу вас к вашим друзьям. Меня зовут Катя. Я работаю... Работала ответственным администратором этой колонии. Мне непременно надо получить данные, которые вы найдете там, в главном здании. Блин, хорошая вещь. Задача найти энергоячейку и подключить все серверы главного здания к сети. Так, подожди. Ой, тут война-то будет. Сегодня мы добрались до жертвенного подземелья, где рождались и развивались ксеноморфы. Несмотря на то, что эти руины много древнее современных гоминидов, меня не оставляет неуютное ощущение, что эти постаменты идеально подходят для жертв людей. Все может быть. Энергоячейка должна быть в одной из маленьких пристроек. Как я уже говорил. Где был? Не вижу. Вот так. Помню, как-то раз я заметил паука-скакунчика. Кроха размером с чечевичное зерно остановилась и посмотрела на меня. И я тогда подумал, чем сейчас занят ее крохотный мозг? С ужасом понимаю, что примерно так же ксеноморфы думают о нас. Как обужили. Координаты. А что ты мне передала-то? Мне пока ты не нужна. Прошу, доставьте энергоячейку в главное здание. На. Спасибо, рядовой. Здание подключено. Поднимитесь наверх и подключите сеть. Ну, подождите. Я здесь его что, зря убивал, что ли? Что здесь? Дробовичок. А, надо было, короче, бродить и искать, да, его? А я взял, зашел и нашел. Так. Да, отбиваться здесь придется, пипец. Сколько ждать, что-то, видимо, надо будет. Мы обнаружили то, что грозит полностью перевернуть мое понимание ксеноморфов. Мы знали, что они крайне выносливы и способны противостоять экстремальным условиям среды лучше, чем любая другая сложная биологическая форма. Но обнаружить ее здесь, древнюю, изнуренную и все же живую,
древнюю, изнуренную, но все же живую. Ладно. Дробовик пока оставим. Он мне там больше потом пригодится. Когда меня будут наседать вплотную уже. Буду отбиваться от всех ворогов. Броняться будем. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!